Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка». Ну, милый, ты же помнишь, что подарил мне этот бизнес ради моей красоты? А красота требует жертв. Дорогая, пошел уже 7-й год. Затраты на содержание салона, который я тебе подарил, только растут. А выручка при этом все та же. Ерунда какая-то. Надо срочно вызывать форензику. Форензика, текущую ситуацию с салоном я вам обрисовал. Мне необходимо понять, стоит ли его продавать или дать еще один шанс моей супруге. Мы постараемся понять причины, которые могут состоять как в объективно плохой рыночной конъюнктуре, так и в случаях корпоративного мошенничества, которое мы выявляем. Я Складика Аналитикова, коллега форензики. Со своей стороны я проведу оценку того, насколько возможно выстроить адекватную систему внутреннего контроля в таком бизнесе, как салон красоты вашей супруги. Алло, можно записать меня на сегодня на стрижку и укладку? Время мастера на сегодня все расписано, но наш мастер также оказывает свои услуги у себя дома вне рабочего времени. Я могу дать его номер телефона, и вы договоритесь. С вас 2100 рублей. К сожалению, из-за поломки кассового аппарата мы не сможем выдать вам чек. А если бы я пришла не как тайный покупатель, а как официальный проверяющий? Он бы мне то же самое говорил. Сначала вы говорите, что у вас касса не работает. А теперь еще и что косметика вся закончилась. Да как такое может быть? Позовите мне управляющую салоном. Она сюда почти не приезжает. И сейчас ее нет, и... Когда будет, неизвестно. Я так и знал. Я чувствовал, что так не может быть. Для нее этот бизнес — это игрушка. А для меня это деньги, которые нужны во время кризиса. Да, деятельность салона действительно оказалась весьма убыточной. Благодаря полному спектру мошенничества со стороны сотрудников, начиная с отсутствия контроля за соблюдением норм расходования материалов и увода клиентов, и заканчивая продажей подарочных сертификатов мимо кассы. Мы оценили фактический поток клиентов салона. Если вы доверитесь нам и позволите устранить бреши в системе внутреннего контроля, а также согласитесь проводить периодический ее мониторинг, то очень скоро бизнес вашей супруги станет весьма прибыльным. Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка».